как сейчас правильно. Это просто делать и разрабатывать ноги, вот если мне принесли. И сколько у вас было детей? 5. Ну, все совершеннолетние, кроме меня. Диана вроде хорошо. Ну, более-менее, если это можно так называть. Глеб, сказали, мне в сознание пришел. Леша, правда, не знаю. Ну, страшно, и честно, я думала, что вам не дадут. Да. Страшно.